Всем привет, это Mad Luck Channel, и смотрите 32-ю серию прохождения игрушки The Legend of Zelda Breath of the Wild. В прошлой серии мы дошли до этого места, здесь было воспоминание, вот на фоне этого моста, вот этих двух человечков. Здесь у меня крутится вертушка, которая показывает, что здесь рядом корок. Я его искал последний минут, оказывается, он прямо здесь внутри вот находится, нужно зайти за этих вот человечков и там посмотреть. А, корок, ура, ты меня нашел, корокская семечка, вот, отлично я получил, и как бы давайте пойдем. А, у меня на сегодня особо нет планов, куда мы пойдем, вот, есть только примерно направление, что, наверное, я пойду где-то вот в этом направлении, вот так вот пешком до этой вот башни дойду. А, вот, еще один, наверное, сегодня вот это видео выйдет довольно поздно, то есть, и как бы с задержкой небольшой. У меня как бы иногда бывает, что видео задерживается, где-то на час позже выходит. Здесь у меня текущая задержка связана с тем, что у меня игра где-то на полчаса записи этой серии зависла. Вот, я, короче, решил не склеивать никакие куски, а просто заново пройти. Тем более, что немножко там затупил. Как бы сейчас это побыстрее немножко пройдет. Ну и, в общем, вот такая вот отмазка, почему серия немножко не вовремя выходит. Так, и, собственно, куда я сейчас иду? Я иду сейчас вот к этому водопаду, потому что здесь около этого водопада можно найти еще одного корка, и не только. Вот, к сожалению, вы первую реакцию не видите, не видите, как я здесь не тупил, когда пытался пройти вот этот самый. Ага. Так. Ой. Так, а голова наверху застряла. Так, ну посмотрим, как ты соберешься. Давай. Так, ты не мешай, пожалуйста, давай. В общем, они тянутся друг к другу, но, короче, не могут найти друг друга. Ну давай, давай. В общем, им не суждено быть вместе. Все. Очень жаль. А как зубы остались от скелета, а не от черепа? Это, конечно, интересно. Интересно, в общем, как найти корок? Видите, вот этот вот, как бы, вот этот типа стульчик, который лежит на боку. И как бы там тот кусочек лежит. Вы еще откуда вылезли? Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Ага, отлично, все. И нам этот кубик на самом деле нужно доставить куда-то вон в противоположную сторону. Видите, там стульчик уже в вертикальном положении находится. И нужно вот этот кубик прямо туда положить, наверх, на этот стульчик посадить. Так, и сейчас мы этим займемся. Займемся доставкой кубика. Так, это надо прям через вот эту вот водопадную местность его перенести. Ага. Так, вот еще одна из новостей, которая, возможно, кому-то будет интересна. Я тут буквально пару дней назад завел канал на ТикТоке для привлечения дополнительного подписчиков. Вот, так что можете искать на ТикТоке, подписываться, Mad Luck Channel. Вот, хотя на самом деле, как-то, идея была как раз таки наоборот, чтобы с ТикТока ко мне сюда народ приходил, посмотрим, как пойдет. И сейчас вот как бы у меня мысль в голову пришла. Я туда вообще выкладываю нарезки. Там уже несколько выложил самых интересных, веселых. Вот, и возможно я туда еще выложу нарезки из как бы записанных дублей, которые как-то в прохождение не вошли, как бы не получились. Вот, возможно, эти полчаса, которые вы сейчас в этом прохождении видите, какой-то кусочек из него вы увидите на ТикТоке. Вот, но это не точно. Так, и здесь у меня возникала проблема. Как вообще на этот стульчик-то вот этот вот камень донести, достать? Вот, там вроде, кстати, сейчас я вижу какой-то уступ. Может быть, не с этого уступа пытаться его доставать. Но я тогда подумал, что сделать. Можно, короче, здесь вот такую штуку организовать. Потом еще вот здесь вот такую штуку организовать. Вот, сейчас. Что мы делаем? Мы вот этот вот кубик. А, кстати, давайте, пока я не ушел, здесь два сундука валяются под водой. Я их увидел, когда вот этот кубик доставлял. Так, так, так. Так, давайте, оп. Эй, давай, не укатывайся. Так. Ледяная стрела, отлично. Все, сундук теперь можешь катиться куда хочешь, на все четыре стороны. Так, и там был еще один сундук. Вот он, вот он, вот он.
Так. Так, надо сказать, что сейчас еще здесь погода на моей стороне. Вот в моей записи там дождь лил, не переставая. Так, серебряная рупия. Поэтому мне было особенно проблематично забраться наверх. Так, давайте, сейчас нам нужен вот этот вот кубик засунуть куда-то вон туда. Так. Достаю. Все, достал, отлично. Теперь мы лезем куда-то наверх. Так, давайте я вот сюда залезу. Здесь вроде можно сделать передышку. Здесь вот совсем немножко отдохнуть. Набраться сил. Да отпусти ты уже. Так, все хорошо. Так, эти штуки я соберу, наверное. Так, давайте, чтобы быстрее лазить, я шапку-скалолазку надену. Так, кстати, вон ту штуку я бы тоже забрал. Так, крутковик. Так. Окей. И сейчас мне нужно аккуратно спланировать вон на тот вот мой кубик. Так, чудесно. Теперь вот эту штучку берем и вставляем вот сюда. Вот, отлично, все. Так, и того я сэкономил минут 8. Так что за сегодня, наверное, успею немножко больше сделать, чего я хотел. И вот как раз пошел дождь, который мне здесь мешал все время. То есть я даже это... Дождь перехитрил, отлично. Ладно, давайте пойдем дальше, пойдем наверх. С этой стороны здесь нормально наверх можно забраться. Так, сейчас. Так, козел здесь все видел. Он свидетель. Давайте избавимся от свидетеля. А нет, он в другую сторону смотрел и обознался. Ну, бывает. Ну, ничего, теперь он в любом случае никому ничего не расскажет. Так, где я сейчас нахожусь? Так, по-моему, если чуть дальше пройти, там еще где-то курок есть. Где-то здесь должна торчать вертушка. Так, ой. Так. Но это не точно. Сколько здесь идет? Прикос летает. Так. Ай. В общем, летала стрекоза, ее не взял. Вот это взял, отлично. Взятие стрекозы прошло успешно. Это что? Взятие окуня тоже прошло успешно. Так, дождь начался. Дождик. Так где вертушка-то? Так. Кто там? Кто такие? На стене сидит. А, это цапли на стене сидят. Конечно, интересно. Так. Вот. Цапли улетели. Я снова один. Так, окунь. Чудо-окунь. Это хорошо. Так. Так. Ладно, что-то я не вижу, где вот это самое... Или может мне еще дальше пройти? Где-то на береговой линии должен быть еще один короб. Но его не вижу, я не знаю. Вообще что-то я уже совсем не туда немножко пошел, куда хотел. Слишком далеко я сейчас ушел. Так, и по-моему, короче, ничего не найду. Здесь я предыдущего корока нашел. Я столько что встретил. Да, и в общем, я, короче, все те профуканные 8 минут в предыдущей записи серии сейчас профукал. Непонятно. Так, а вообще мне надо было вот эту шапку надеть, чтобы его точно не пропустить. Ну-ка, ничего не крутится, не? Так, давайте я в обратную сторону пройду. Примерно по тому же пути. Потому что я хочу сейчас зайти вот на это озеро. Озеро Дейя. Там потому что есть кое-что интересное. Там, во-первых, есть каменный глыбник, с которого можно... минералы лишние получить, как бы, почему бы и нет. Блин, отцепись, ё-моё.
Хлебом не корми, дай ему это поцепляться за что-нибудь. О, дождик. Кажется, дождь собирается. Кажется, дождь собирается. Так. Ладно, видимо, здесь корока нету. Куда-то он пропал, не знаю. Так, и сейчас я иду. Так, я иду вон туда. Потом туда. Так, я ж правильно, ну да, я почти дошел, добежал, как раз солнышко выглянуло. Дождь закончился. Так, нет, я не хочу с вами связываться. Мне так пошло, железо вались. Вот, и я, короче, дошел до этого места. И давайте я прямо туда полечу, на этот островок, который посередине этого озера находится. Здесь, короче, вокруг какие-то развалины. Непонятно, то ли сгорело, то ли просто сгнило, разложилось. Так, и здесь, короче, где-то короб тоже находится, я даже знаю где. Это нужно его вот в этом колодце искать. Конечно, там все очень странно устроено. И, короче, здесь все так вот замотано, запутано. Поэтому этот камень надо вот так вот вытащить аккуратно и запихнуть вот сюда. Отлично. Ага. Корок. Отлично, нашел корока. Пока-пока. Так, 28. Я уже забыл там сколько. По-моему, это 88-й корок. По счету. Так, и здесь у нас живет глыбничек. Вот он вылезает. Зелененький такой. Это глыбник гоблин. Так. И короче, самое интересное понять. Так, что-то сразу какой-то агрессивный. По-моему, в прошлый раз, когда я тебя встречал, ты был не такой агрессивный. Вот, ну в любом случае, он не очень много здоровья отнимает почему-то. Не знаю почему. И, короче, у него камень торчит из интересного места. Если бы он еще ниже торчал, было бы еще более смешно, но как-то сейчас это более-менее. То есть ему кто-то прям это позвоночник воткнул. Вот этот вот кусок минералов. Сейчас, короче, надо как-то по этому куску минералов попасть. Так, давайте нормальное оружие возьму, чтобы его можно было... Ой, нет, нет, не вот это оружие, а вот это вот возьму. Так, и может мне что-нибудь это... Такое вот это... так, может мне вот это вот надеть и штаны надеть. У меня, кстати, в прошлый раз зависло, когда я пытался штаны надеть. Ну-ка. Вот. О, отлично, мне удалось надеть штаны и, короче, это не привело к тяжким последствиям. Так, окей, давайте. Оп. Так, один раз я по нему попал, то есть ему буквально этим моим оружием три удара нужно сделать. Ой. Ну и как бы... Он мне почти урон не наносит, то есть он совсем безобидный, игрушечный прямо. Давай. Угу, и вторую ломай себе, давай. А, отлично. Молодец. Так, и сейчас. Сейчас мы два удара делаем, и он разваливается. Ну вот теперь я быстро с ним справился, потому что я знаю его уязвимое место и как по нему попасть. Вот. Таким образом, я сейчас сэкономил еще минут 5. За 15 минут я сейчас сделал то, что я тогда на записи пытался, ну, короче, сделал за полчаса. Причем два раза ускорился, это уже хорошо. Так, и давайте пойдем дальше. Дальше у нас, мы, короче, пойдем вот сюда, то, наверное, здесь вот перейдем и сюда вот дойдем, потом будем думать, куда дальше идти. Вот, а пока идем туда. Так. Так, здесь какой-то это, какой-то очень большой пендис торчит. Кстати, у меня опять сигнал насчет того, что где-то корок рядом находится. Он находится вот прямо под этим камушком. Да, я тебя нашел. Ага. Так, по голове не попал. Ну ладно, тебе повезло. Так, цапельки. Так, вот там этот ящур ходит. Ящур ходячий. Так, здесь больше... Что это? Улика тихоход. Ее заберу. Это что? Ветку я не буду забирать. Так, у меня здесь что-нибудь интересное находится. В этих развалинах.
Так, вот здесь какие-то камушки, которые можно, конечно, это ними сыграть в крикет. Так, вот лотос я заберу. Так. И мне нужно, наверное, вон к тому пеньку пройти. То есть там вот это дерево, он его как его пошинковал кто-то на мелкие кусочки. И там можно еще одного корка найти. Так, и это как раз будет место, где у меня все зависло. Да, да, да. А где именно, я так и не понял здесь. А, вон, вон летает. Вот эта вот штука. Ну, эту фигню летающую нужно. Оп, и поймать, отлично. Отлично, я нашел еще одного корока. То есть это у меня 90 по счету. Так, интересно, сегодня добьем до сотни? Добьем до сотни или нет? О, а здесь это, короче, чаромант летает. Че он там ищет? Кого? Непонятно. Так, и мне сейчас бы его сбить. Вот траектория. Так. Так, нет. Нет, я, по-моему, так совсем бесполезно, ничего, никого не попаду. Так, давай. Ух ты, он меня приветствовал, то есть он меня заметил. Конечно, потом еще стрел буду собирать, не знаю сколько. Так, все. Че, еще не готов? Ускакал куда? Пока. Так, жезл метеоров. Так, это немножко не тот жезл, который хотел получить. Мне бы очень сильно пригодился бы огненный жезл. Жезл огня, потому что у меня где-то там в Хатена есть квест на то, чтобы принести жезл огня. Вот, ну, видимо, не в этот раз. Так, а стрелы я здесь увижу. Так, интересно, вот эта штука. Она может показать, где стрела находится? Нет, она не может показать. Стрелы я пособираю, хочу себе обратно стрелы вернуть. То стрела это очень дефицитная вещь. Хотя бы одну я вернул. Уже хорошо. Где остальные непонятно. Вообще не ясно. Куда удели мои стрелы? Верните. Вообще не вижу нигде, что здесь блестит вообще. Ничего не блестит, нет стрел, все. Они утонули. Так, окей, где я? Где я? Кто я? Так, и мне надо... Так, мне вообще в ту сторону надо. Ага, то есть... Мне вот надо на ту гору забраться. Окей. О, козел. Козел, где мои стрелы? Так. Я думаю, что мне нужно сменить оружие. Я буду на этого козла тратить непонятно что. Мое самое лучшее оружие, которое у меня есть, буду на глыбников тратить. И я не уверен, что мне в ближайшем будущем какой-нибудь глыбник сейчас тратится еще. Так. И сейчас. Ага, ну, в принципе, я нормально в правильном направлении иду. Так, здесь. Ага, здесь где-то еще порки. Ага, это обратно я иду. Обратно мне не надо. Так, корк прекратил. Вся. А там что летает? Так, это, по-моему, опять нужно эту штуку поймать летающую. Чтобы получить корка. Так, а их что, здесь несколько летает? Кто такие? Что здесь летает такое? Так. Раз, корок. Пока-пока. А что летает? И в смысле два типа корока летают, что ли? Ха, два друг за другом. То есть это... Дабл страйк, или как это называется. В общем, двух зайцев одним выстрелом получилось.
Ага, так, вот еще вот эти штуки вот. Это вообще такое. Этот цвет, кстати, я их фоткал. Нет? Нет, их. А, нет, я их фоткал. Все нормально. Так, это что? Так, это еще один какой-то цвет. Отлично, замечательно. Так, и мы идем дальше. Идем дальше. Так, и нам надо. Нет, нам надо вон туда. Ух ты, здесь, кстати, эти улитки тихоходы начали светиться ближе к вечеру. Здесь у нас почти так, полдевятого у нас по местному времени. По местному зельдовскому. Так. 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 Сколько у вас здесь? Я думаю, они пригодятся как-нибудь однажды. Для чего-нибудь, я не знаю чего. Может быть там можно будет при помощи них какую-нибудь одежду улучшать или еще что-нибудь в этом роде. Так, ладно. А тем временем. Так, куда мне? Мне нужно. Нет, мне нужно в противоположную сторону. Мне нужно вот сюда. Так, там какой-то пик интересный. Может быть, на нем еще корок сидит. Так, нет, вы не короки. Да, здесь, наверное, что-то есть. Корочье такое. Так. Корочка здесь какие-нибудь есть. Так, вот, наверное, под этим камешком. Так, давай. Ага. Так, это мой 93-й корок. Так, отлично. Так, и дальше куда я хотел? Так, это куда-то вон. Да. Полететь. Ага, и вон там вот что-то светится. То есть как бы... Возможно, там даже святилище, но, скорее всего, там какая-то статуя, может, даже какое-нибудь воспоминание. Но вроде здесь воспоминаний быть не должно, здесь только статуя должна быть, которой нужно что-то предъявить, короче. Статуя. Вот стоит моя статуя. Так. Добро пожаловать на источник. Опусти чешуйку Фароша в источник храбрости. Я богиня Хайли, я поведу тебя. Так, сюда нужен какой-то источник. У меня как раз с собой есть чешуйка, это частичка этого Фароша. Мы ее позапрошлой серии нафармили. Так, материал отсортирован. И думаю, вот одну из них я потрачу на то, чтобы вот там получить доступ. Так, что ты мне скажешь? Ух ты, дверка открылась. Я думал, из-под земли вылезет. Он, оказывается, за дверкой спрятался. Еще как-то не слишком технологично. Путь открыт. Иди. Так, ты куда меня послала? Так, святилище поблизости. Так, вот хорошо. А, в принципе, я здесь подобную статую уже видел. Это где-то на очень севере. И там нужна была чешуйка еще кого-то. Видимо, еще одного дракона красного, которого мы видели. Еще чуть более севернее. Наверное, надо будет... Как-нибудь потом его пострелять тоже, посмотреть. Так. И давайте зайдем внутрь. Я совершенно не знаю, что там внутри будет находиться. Сейчас я впервые буду осматривать данное святилище. Так, пропустить. А, ну здесь просто мне дадут и все. То есть испытанием было это попасть, ну, найти дракона и попасть в него из лука. Так, копье молнии, волшебное копье, острие которого заточится мощь молнии, плата грома. Если наконечник ярко светится, при замахе копье ударит врага током. Ну-ка, нет места. Отлично, замечательно. Так, давайте, что я здесь выкину? Так, может быть, мне что-нибудь есть еще менее полезное? Что здесь самое неполезное? Здесь вот это, конечно, есть штука. Так, давайте ее выброшу. Так, ее фоткал? Нет, ее не фоткал. Давайте ее сфоткаю.
Лесной меч я фоткал. Отлично. То есть у меня возникла идея, когда я буду доставать из сундуков что-нибудь, и у меня не будет умещаться, я буду выкидывать, я буду это просто фоткать. Вот. А, кстати, вот то, что у меня в руках, я тоже сейчас могу сфоткать. Я так понимаю, так сейчас мне надо понять. Так, X это селфи. Вот копье молний. Все, чтобы его на землю не бросать. Да, и у меня больше нет места. Так, 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 нет, это не та кнопка. Так, что мне удалить? Так, удалить. Удалить. Как-нибудь надо будет это... все оружие, которое у меня есть, пофоткать. Так, нет, да, давайте я фарош оставлю. Так, светлячка я удалю. Так, это что? Какая-то палка непонятная. Так, это что? Это еще одна непонятная палка. Так, это чувак, сундук, это что? Вообще непонятно. Так, этот рецепт, наверное, оставлю. О, здесь, кстати, святилище. Подсказка, что там где-то в святилище. Так, это я удалю. Это что? Это я удалю. Это что? Это я удалю. Это я оставлю. Это прикольный чувак. Так, это что? Так, это я удалю. Так, ладно, это я удалю. Удалю. Это лисичка. Чеглазик. Так, это... Это саранча. Вы задумывались, почему у меня название Mad Locust? Вот как это переводится на русский язык? Mad означает безумный, а Locust означает саранча. Безумная саранча. Не знаю, почему я так назвал канал. Это было очень давно. Я что-то рандомное придумал и назвал себя так. Вот. Так, теперь вы знаете историю создания... Короче, историю выбора имени данного канала. Так, это что? Это собачка. Это петушок. Золотой гребешок. Так. Так, так, так. Это что? Это мы удалим. Это... тоже удалим. Это тоже удалим. Так. 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 Наверное, как бы... А это была не очень хорошая идея, это все на камеру записывать. Ну... Ладно, все. Все. И я пойду назад. Нет, стоп. Я не назад пойду, мне нужно забрать мою сферу духа. Назад я собрался. Так, мне нужна карта. Здесь сундучок есть, значит, здесь все собрал. Здесь больше ничего нету. Так. Придя сюда, ты испытание прошел, быть может, и есть герой. Так, отлично, пропускаем. Идем дальше. Так, 5 сфер духа. И как бы мне бы до ближайшего города добраться. На сердца в обмене. Сколько у меня сердец? Так. 9, 10, 1, 12. 12 сердец. Когда я успел 12 сердец собрать? Или я что-то неправильно посчитал? Сейчас, надо еще раз. 6, 7, 8, 9, 10, 7, 12. То что-то они немножко сливаются в одну целое. Понятно, то ли 11, то ли 12. Вроде 12. То есть я могу еще на 13 сейчас замахнуться. И в принципе я уже могу идти утаскивать меч. Ну раз уж я уж сюда зашел. А кстати, может там это... Ой, а там красная луна. Ой, прохнула, мне страшно, давайте я обратно спрячусь. Я в домике. Так. Так, и здесь вроде около святилища ничего интересного нету. Ну ладно. Давайте не будем терять время, пока пойдем отсюда подальше. В общем, статуя богини, защити меня от этой красной луны. Я не успел. Снова наступило кровалуние. Линк, будь осторожен. Так, хорошо, я успел глотнуть чаю. Пока здесь эта заставка была. Так, это кто такой? Кто такой? Ты что здесь делаешь? Лол. Так. В общем,
деревянным мечом его заколбасил. Но вот эта вот палка, она мне нравится. Электрошокер. Так, колючая мобдубина. Я не буду брать, мне некуда положить. А вот сундук здесь какой-то был, это что-то интересное. О, золотая рупия, 300 денег. Просто замечательно. Так, и знаете что? Здесь, по-моему, я вот в этом лесу, когда буду идти, здесь будет очень много сундуков. Знаете, что я сделаю? Так, сейчас сообразить мне надо. Так, локатор Y. Так, и мне нужно сменить объект поиска. Так, и давайте мы это натравим на сундуки. Вот. Искать объект. Все. Включен, значит, объект поиска сундуки. То есть теперь он мне будет бибикать, когда здесь рядом сундук находится. Сундук поблизости. Хорошо, где я? Так, сейчас. Здесь вот не очень. А, вот где-то здесь. То есть надо в ту сторону идти. Ух ты, здесь скоро где-то наверху. Может, не наверху, но где-то рядом. Скоро где-то рядом. Ну, залезь. Залезай давай. Так. А, наверное, надо снаружи на крышу залезть. Этого сооружения. Здесь, по-моему, какая-то это пасть, что ли. Ага, я, наверное, должен был с другой стороны здесь подойти. Все, меня заметили. Ух, ёкломане. Ух, ё-моё. Так. Я что-то не очень удачно зашел. Так. Успокойся ты уже. Блин. Так, сейчас давайте какое-нибудь оружие возьму. Какое мне взять оружие? Давайте вот эту штуку возьму. Иди сюда. Ты здесь они какие-то слишком резвые. И со стрелами. Вот там еще один бежит. Ах, блин. У меня все выпало. Этими вашими стрелами. Прям какая-то здесь облава совсем жестокая. Так, крепкое заваркопье. Ах, так. Сейчас. Надо понять, что делать. Мне нужно вот этих вот чуваков снять. Аккуратно, чтобы они мне еще это не прибили. Так, этот готов. Совсем готов, что ли? Вот это круто. Так. Недолет. Повыше. Нет. Ой. Звук мешается. Попал. Еще раз. Отлично. Этот готов. Так, теперь ты. Когда у вас стрела кончится уже? Так. Нам чуть-чуть повыше. Отлично. Так. Вон сидят. Так. Где? Где здесь был? Куда вы все попрятались? Ой, у меня лук сломался. А там кто сидит еще внизу. Ждет, пока я вот там еще попаду. Так. Угу. Так. Ага, спрятался. Куда-то убежал. Сюда побежал, да? Ё-моё. Так, здесь еще один. Иди сюда.
Прямо облава здесь. Когда же закончитесь? Так, все. Так, давайте я все, что из них вывалил, соберу. Так, надо еще поесть что-нибудь. Срочно поесть. Так. Когти. Так, лук я заберу. Так, вроде бы здесь еще было. Что-то оставалось от них. Так, вон там это копье я тоже заберу. Потому что их очень удобно копьями затыкивать. Так, где-то здесь сундук, наверное, есть рядом. Там... Ты что ли там? Не попал. Я не попал. Ну, он тоже не попал. Никто не попал. Отлично. Так, и. Так, где-то корок должен быть. Это какая-то вообще пасть дракона. Интересная. Так. Может, здесь что-нибудь есть? Этой пальме ничего интересного нету. Так, давайте попробую залезть сюда. Что здесь будет? Внутри этой пасти дракона. Мой здесь корок притаился. Внутри зуба какого-нибудь. Так. Что, еще выше лезть, что ли? Так, что, где? Может, на этом баобабе? Вон там какой-то камень валяется. Баобабный камень. Так. Лезем дальше. Так, окей. Что здесь? Отлично, корок. Так, это какой по счету? 94-й. Замечательно. И... Так, я его пощадил. На самом деле, просто кнопки перепутал. Так бы я на самом деле хотел кто-то в него кинуть. Так. И давайте. Так, а вот что вот на этой вот штуке вышки расположены? Может быть, здесь дуг находится? Чё-то нет. Тихо. Так. Вроде бы здесь где-то должен быть. Так. Дуг. Это не точно. О, стрела. Мои стрелы. Кроме... Я не попадал никуда. А лопухи тут растут, конечно, это интересно. Так, это что такое? Это что, гроб там, что ли? Так, или что? Чем можно? Ничем нельзя. Ладно, я думал, можно этот гроб вскрыть, может, там что-нибудь интересное находилось бы. Так. Локатор говорит, что сундук где-то здесь. Так, и еще корок где-то находится. Так, давайте пройдемся сюда немножко. Так, это я что-то уже назад немножко веду. Вроде бы все сундуки должны где-то чуть пониже располагаться. Так, ладно, корока пропустил, к нему, я потом к нему зайду. Так, еще один что ли? Ух ты, клинкоцвет, это что такое? Какой-то особый тропический фрукт, что ли, я не знаю. Так, что за камень? Что за камень? По-моему, здесь не зря находится. Еще один камень. Так, это уже интересно. А что там внутри? Это можно прочитать, нет? А ударить можно? Нет. Ну, как бы ударить можно, но и как-то ничего не случается. И у меня такое ощущение, что нужно вот на это место откуда-то достать еще один камень и поставить сюда. Где его найду? А, вон.
Так, это случайно не железный? Нет, не железный. И как мне тебя достать? Так. Конечно, интересно. Какие-то здесь слишком древние какие-то. Так. Так, давайте попробуем. Если я в тебя выстрелю, что будет? Ничего не будет. Так, а если я тебя застазю и потом буду в тебя стрелять? И чё-то ничего. Где мои стрелы? Верните мои стрелы. Они где-то вниз упали. Стрела, 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 стрела. Отлично. Стрелы я себе вернул. Так, окей, давайте попробуем каким-то другим способом это достать. Так, как бы это можно достать-то? Так, Так, можно, знаете, что сделать? Можно его застазить, а потом попытаться бомбу кинуть в него. Наверное, все-таки докину. Так, давайте. Теперь берем бомбу. Так. Нет, я не докинул. Так, еще одна головоломка. Непонятно, как этот камень-то уронить. Так, давайте еще раз. То есть понятно, что сначала надо что-то застазить. Я не докидываю. Так, а если я стану сюда на уголок куда-нибудь, все равно упаду. То есть я не могу размахнуться и ударить по этой штуке. Так, что еще я могу пытаться сделать? У меня есть крионис. То есть, в принципе, я здесь могу какие-то эти блоки поставить. Он блок на блок я не могу ставить, да, к сожалению. Очень жаль. Так. С другой стороны, отсюда я могу как бы лучше попасть чем-нибудь. Так, давайте еще раз попробую это застазить. Так. Это был отличный план. Так, ладно. У меня есть еще одно средство, которое, возможно, поможет. Это нужно взять какие-нибудь стрелы. У меня есть какие-нибудь взрывные стрелы. Отлично, давайте взрывную стрелу возьму. А, стазис, пожалуйста. А, он не зарядился еще. Так, и... Во, по-моему, должно хватить, чтобы это... А, отлично. Ой, куда-то укатился, не ухатывайся. Так. Блин, и как мне его обратно теперь? А, ну, в принципе, его можно как-то это... Можно его поднять. Так, ну не так, конечно. Так, сейчас все будет. Надо его аккуратно вот, не совсем вниз, чтобы вот сюда вот он встал. Вот, и потом... Это что, молния была, что ли? Так, и потом нужно его каким-нибудь... А, вот эту вот штуку вот возьмем. Так, что у меня здесь? А, вот это не электризуется. И это нормально. Так. Так, нет, чё-то он не долетел. Так, давайте еще раз попытаемся. Ух. Так, надо было его уронить куда-нибудь внутрь, чтобы потом его докатить. Я, короче, его не очень удачно уронил. Так, ладно, давайте я еще попробую последнюю попытку. Я куда-нибудь его закачу, так вот получше чуток. Да, его можно закатить-то еще. Главное, чтобы он вниз не упал.
Так, все, стоять, стоять. Так, все. Сейчас мы попытаемся его обратно засунуть. А, все, у меня это палец закончилось. И оно совсем туда укатилось. Ага. Так, ну, в принципе, отсюда, по-моему, можно просто ее. Так, ну, в общем, отсюда гораздо проще, по-моему, закатить. Так, я здесь потихонечку себе прорежаю, так сказать, мои оружия, которые у меня есть. Так. Вот, отлично получилось. Все, а дальше, наверное, как-нибудь докачу уж, наверное, уж. Так. Я великий докачуха. Так, давай. Так. Нашел здесь, понимаете ли, чем заняться. Давай. Давай, Лин, ты сможешь. Нет, не смог. Так, давайте еще раз попробуем так и... Так, я, короче, вернулся на то, что было, но вообще вниз укатился. В общем, ладно, давайте я в этом месте просто оставлю значок, что здесь у меня корок находится, и как-нибудь я потом к нему вернусь. Как-нибудь потом. Не в этот раз, когда он заново там будет наверху находиться. Так. А локатором мне указывает, что где-то там должен быть сундук. По направлению. Где сундук? Так. Так, это не то, чем мне надо убить. Вот, отлично. О, морозный арбуз. Прикольно. А вот этот вот, он страшный товарищ. Че говоря. Так, что у меня еще есть? Чем можно его запинать? Вот этой можно что-то запинать. Палец я у него отберу, чтобы он это... никого не покалечил. Так. А, здесь, короче, много чего непонятного. А, давайте это все пофоткаю. Что здесь? Здесь есть клинковый банан, который ни разу не фоткал. Отлично, что еще? Грозалис. Так. Ага. Так. Это я фоткал? Нет. Колючий бокопальц, давайте сфоткаем. Так, ты чё? Драконий бокощит. Давайте заберу. Конечно, он не очень мощный, но как бы все равно. Так, и где здесь... Где сундуки, я вас спрашиваю? Так, локатор, давай. Нет. Так, в смысле, здесь вообще нет сундуков? А что ты мне указывал тогда? Какая-то бесполезная вещь, этот локатор. Это что такое? Непонятное чудное, Зак.
Так, а здесь случайно под воду нет ничего такого? Так, не вижу. А вон там наверху что-то есть. То здесь вот, короче, у них есть логово. И что-то наверху там есть сундуки. Ну, в принципе, логично, что где-то в логове должны быть сундуки. Так, давайте. Ай. Так. Так, это я заберу. Зубы тоже заберу. Так, это что за... Какие-то кубики. Так. Так. Что-то я мощно зарядил. Так. Так. Вы у нас, товарищи, слишком мощные. Вас надо как-то... Оп, вот так вот. Так, что у меня еще есть? Блин, что там есть? Оружия мощного нет никакого нормального. Так. Давайте. Так. Это я заберу. Ух ты, драконий бокожерсть, прикольно. Все. Ты у нас безоружный, давайте его добьем. Что из него выпадет? Так. И где еще один? Иди сюда. Вот, и как раз я заберу и тебя твоим же оружием и добью. Так, что-то сегодня много экшона какого-то непонятного. Ну, видимо, здесь такое место, что здесь джунгли, в которых папуасы, короче, враждебные сидят. Зато здесь можно найти много сундуков. То есть вот я сундук нашел, да. В нем огненная стрела, отлично. Так. Почки. Непонятно что, ну ладно, пусть живет. Так, и вроде будет сюда надо еще залезть. Так, а как сюда залезть? Так, это надо мне откуда-то сверху спрыгнуть, что ли? Так. Ой, блин. Так, сейчас все будет. Ладно, давайте попробуем с этой стороны запрыгнуть. Отлично. Там, по-моему, в этом сундуке что-то хорошее должно лежать. Поэтому не зря же он там на этой вышке находится. Хотя, конечно, у меня еще есть идея просто срубить это дерево. Так, как еще можно до него долететь? Отсюда можно попытаться прыгнуть. Нет. Все равно не допрыгиваю. Так, давайте. Что у меня здесь есть? У меня здесь есть вот такая вот штуковина. Вот, отлично. Кстати, заодно можно дров нарубить. Дрова. Сколько у меня дров? 30 штук, отлично. Можно идти себе дом, короче. А покупать. Боевое копье. Дальний бросок. Так, что у меня здесь есть бесполезно? У меня вот это скоро сломается. Я думаю, я потом найду себе еще какой-нибудь факел нормальный. Так, боевое копье. Отлично. Это, конечно, тоже какое-то хилое слишком. Так, а, факел фотографировал? Да, фотографировал. Отлично. Так, где я, кто я? Ага, так, давайте дальше пойдем. По-моему, здесь еще есть какие-то лагеря, логовы этих самых монстров всяких. Наверное, я как-нибудь потом еще раз зайду сюда. Окей, я что-то не хочу с вами связываться. Давайте все. Давайте, до свидания. Так, у меня уже время заканчивается.
Ну, как бы, в принципе, нормально. Здесь, конечно, только разведал так более-менее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, окей, что мне делать? Давай. Вот, все. Эти все развалились. Чтобы они мне не мешались. Потому что здесь вот эта вот пакость. Все. Так, и мне нужно ее чем-нибудь затыкать. Нет, давайте вот этой штукой. Иди сюда. Ух ты, я прямо ее как-то в упор увидел. Так, хорошо. И куда ты упрыгнул? Отлично. Так, жезл гроз, который мне нафиг не нужен. Пусть он здесь валяется. Мне нужен огненный жезл. Я понимаю, было бы что-нибудь стоящее. Колючий бокопалец, который мне куда положить. Так, где я? Ага, то есть я вышел на какую-то дорогу, кстати. Смотрите, дорога. Дорога, которая меня либо может обратно провести, либо... либо по ней я смогу дойти до следующей провинции. Вот. Так, что-то немножко игра подтормозил, наверное, подгрузила какую-то локацию соседнюю. Так, и вот мы пока по ней идем. Так, и у меня здесь время заканчивается, давайте пока вот я бегу, я, значит, уже начну прощаться. В общем, если серия вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Смотрите в описании. Что там еще? Комментарии пишите. Ой. Так. Так, сейчас вот их добью. Так, еще там, еще один. Так, все, и на этом серию закончу. Так, что еще у них? Так, лапа, лапа. Зубы, лапы и хвост. Зубы, зубы, зубы. И все. Вот все. На этом я закончу. И до следующей серии. Всем пока.